с вами Микс Фикс, и со мной сегодня... Турборос! Да, это мой друг, и сегодня мы будем с ним играть в World of Tanks. В World of Tanks мы полные, полнейшие, нубы просто. Нубики! Итак, Турборос, не готов еще? Ростик, давай. Ты готов, нет? Да, готов. Все, давай, выбирай себе танк, какой ты там хотел. Я уже выбрал. Нет, не выбрал. Я уже на конструкторе есть. Давай. Так, готов. Все, да. И вот эта волшебная кнопочка оранжевый. В бой мы начнем нашу игру. Начинай. Так все, началось. Смотри, мы смотри, мы еще не последние, смотри-ка. Мы с тобой в топе. Офигеть, там у них... Нет, у них там сильные танки, хоть там есть и первый уровень, а у нас нет. Слушай. Слушай, давай на М101. Что? Да? Пойдем. Я чисто сейчас буду за тобой ехать. Окей, пока я буду. Хорошо. Я без тебя вижу. Сейчас, подожди, потише, не знаю. Все нормально. Это ты меня вести? Нет, это я просто звук проверял. Все, ребятки, ну что, нет, там неудобно стрелять. Там потому что надо будет не видеть. Нет, какой-то врезался. Ну, нет, поехал. Да господи, куда ты прёшь? Уже начинают. Пали. А где они? Я не знаю, пали. Затрапаемся сюда. О, я засёк одного. Вижу, давай. А вот я его не вижу. Ой, надо... Давай, ты сейчас убить, блин. Ну что за тебя? У меня жопа. Я сказал. Есть, одного пацана мы сняли. Ой, пожар где-то. На вершину, с которой съехал. Пак, Ростик, извини меня. Просто... Слушай, за чего вам езжу, который тебя убил? Сейчас его поменять. Давай, я. Едет. Вот там. Вот. Приезжай. Ладно, хватит, давай сейчас сначала поставим на паузу. Итак, ребята, мы продолжаем наше видео. Мы заработали 151 опыта. Там, о, у меня 611, но я ничего лучше, походу, не могу. Да, нет, я ничего не могу улучшить. Так, сейчас я тебе... О, минуточку. О, все. О, офигеть. Я выпила. Офигеть. Скорострельность 20. Ну-ка. Я что-то вообще немного не вкурил. Все понятно. Ну-ка, мне нужна пушка с высокой скорострельностью. Скорострельность тут 4. Тут 19. Тут сколько скорострельность? Да сбрось, время сидения. Где скорострельность? Не знаю. Ладно, пофиг. Ну, походу, это крутая пушка, потому что она очень дорого стоит. Ну, в общем-то, все. О, дорогие друзья, не могу я ничего улучшить. Подожди, мне еще, может, так могу прокачать. Я не могу. Блин, почему? Я ж богаче на 171 опыт. Очень много. Очень, вообще прям. Блин, на своем соседнем.
ничего. Что там танки 4-го уровня? Знаете, вот минус, знаете, вот, дорогие друзья, минус этой игры, то, что ты можешь быть на танке 1-го уровня, но занесет тебя к танкам 5-го уровня. И так играть тупо неинтересно. Докажи ростик. Угу. Смотри, нет абсолютно никакого баланса. Согласен. Согласен, поэтому я сваливаю. Ростик со мной согласен. О, все, я за водопад. Я сваливаю. Это уже машину какую-то. Мне кажется, в Saints Row 3 под танком гнется реалистичнее машина, чем тут. Угу, согласен. Танк. Еще, да ты еще не забыла, что это еще... Это смотрите, как планшеты. О, смотри, я тут чувака встретил волшебного. Офигеть, он 3-го уровня, офигеть, он крутой. Ты птица, чувак, задачу. Офигеть, у них пушки, знаете, не такие. Давай ко мне. Офигеть, у него 570. Вообще, на тебя офигеть, их тут, они чисто на одной стороне, они 4-го, 3-го уровня. Так они сейчас... Блин, офигеть, я тут чуть ли не один остался, слышишь? Нет, это нормально. А, вот я помню, когда ты один остался. Вот это ты реально один остался. А это что? Выиграли благодаря мне. Нет, мы не выиграли тогда. О, смотри, чисто. Чувак, чисто. Есть чувака. Все, да. Друзья, продолжаем. Вы выходим в ангар. У меня просто других нормальных танков нет. Есть 2-го уровня, но я же говорю, других нормальных нет. Подожди. Не начинай. Я могу кости прокачать. Что же? У тебя я же лучше вешать, лучше на танк. О, у меня тут 611, я хочу себе какую-нибудь пушку купить. О, я себе могу одну пушку купить. У него бронебойные 66, средний урон 160, это... Ну, сейчас, подожди, я куплю пушку. Установить. Fuck you. Бич. Бенч просто. Ой. Ну-ка, вот, скорострельность какая-то. Да подожди. Давай. О, скорострельно, 74. Все, установить. Мне просто надо было поменять кое-что. Готов. Пополнить боекомплект. Да, все, готов. Бой. Итак, друзья, вот уже 3-й бой. Как мы с Ростиком срём. Просто просираем все катки. Ага. Ну мы с тобой, кстати, я последний, мы с тобой тоже, мы с тобой в этот раз, там, вот в этот раз тоже сильные танки попались, капец. Кирпик башка. О, у меня на этом танке есть это, аптечка, ремкомплект и огнетушитель. Я уже ищу с тобой. Да, тебя. А, вижу, все это вижу. Все, пошли. Ростик, за мной. Я здесь буду. Ростик, за мной. В смысле ты здесь будешь? Побежали, я сказал. Все, я здесь буду. Ростик у нас секунд. Я король горы, все. Ростик у нас секунд какой. Каких еще поискать надо? Я король горы, все, я на горочке катаюсь. Не кашляй. В прямом эфире. Ростик у нас болеет, так что соберем лайк и подписку на мой и на его канал для Ростика.
Да блин, тут так... говно какое-то. Меня тут это таранит. Господи, наркомания. Капец их так. Понятно, что я прочла. Капец их так. Короче, чуваков вообще конкретные пушки, а мы с тобой Сзади. О, реально, вали его, я сейчас приду на помощь, как смогу там. Капец, сильно, я вот только что 400. 56. Ростик, я иду к тебе на помощь. Ой, Ростик, он ко мне идет. Офигеть, он тебе снял. Я боюсь к тебе идти на помощь. Справляйся сам. Все, сейчас. Ростик. Тут тебя скорее убили. Роза, ты меня такой целый невредименький. Да, не пугайся, ты целый невредименький, я умер как бы. Можно сказать, что меня взорвали. Все, у меня нет нормальных танков. Ты есть танк второго уровня? Сейчас посмотрю, да, должен быть. Покупай танки первого уровня, давай прокачивайся. Знаешь, я второго не хочу. Первого. Вот, я с второго левела, вот. Пойдет. Покупай танк первого уровня. Нет. Они бесплатные. Нет. Ну блин, ну что ты такая ленивая задница? Ты просто не хочешь. Да что ты такой вредный для видео, для подписчиков твоих. Для твоих подписчиков. А, это что? Все с тобой понятно. Да блин, где покупать? Не подписывайтесь на него. Слышь? Там дерево танков, там легкотня. А, все, нашел дерево танков. Так, ладно, я шучу, дорогие друзья, подписывайтесь на меня и на него, особенно на меня и на него. Это. Ссылочку на так в описании. Да, ссылку на его канал я оставлю в описании. В общем, да. Росик, ты готов там? Нет. Тихо. Я вот выбери себе медиум один. Я себе российский выберу. Извините, ребят, что я заикаюсь не заикаюсь, а иногда путаюсь в словах, просто мы с Ростиком уже тут разговариваем в скайпе уже 3 с лишним или 4 даже часа. И просто я уже просто, у меня голос уже, у меня все заплетается язык, да, Ростик? Да. Можно, конечно, этот купить. Просто это капец, это бенч. Я второго левела только могу купить. Почему? Ты можешь первого уровня купить. Первого где? Берешь дерево танков и в самый всё, да, нашёл, всё. В самый конец там будет первый танк, там будет первый уровень. Бесплатный, крут. Бесплатный, каждый танк. Слушай, короче, прикинь, он мне, короче, написал, что это лучший танк. Начинай. Я лекалку спел. Я бы просто хочу здесь кое-что прокачал. Йоу, музычка. Музычка. Это, как это называется? Эмоджи музычка. Все, пошли, Ростик, пошли, не затягивай видео. Подожди, я прокачиваю танк. О, слышь, мне дали 63 опыта в том бою. Поздравляю. Давай чисто, бери вот немецкий танк, который там что-то ЛТР, чисто давай все заново. Просто будем все... Давай чисто. Не, знаешь, что возьми? Возьми ЛТР. Будем чисто вот все заново на одну ветку прокачивать, вот. Нет, давай. Ладно, все, бой. Нет, просто было бы. Давай вот чисто. Вот одну ветку взяли, давай чисто ее прокачивать. Ты вот что там взял? Японию, да? Нет, Россию. Нет, ты там уже вроде бы Японию взял, нет? Нет, Эр Отсу это Япония. Я последний за тебя. Эр Отсу это Япония. Самый последний за тебя. А я тебе говорил, брать то, что я советую. Что? Я вот от этого продал. Купил за последний продал.
И продашь тоже за бесплатно, знаешь, то, что там это как бы не схитрожопишь особо. Поехали, давай чисто вот ты Японию, да, взял? Вот и давай прокачивай чисто Японию. Японию взял. Японию взял, у тебя танк Эроцу. Подпиши на меня, Один. Мне тоже медленно, у меня 35 километров в час, пошли. Блин, моя игра в мульте. Офигеть, чё, пушка говно. Ну хотя это первый уровень, что мы с тобой хотели, слушай. Творожок? Ага. Прям мечта, творожок. Поехали. Нас и закинуло к нубам. Сейчас мы тут будем тащить, потому что нас к нубам. Смотри, смотри на меня. Ой, сейчас чисто танки. Дай меня смотри. Но! Фак ю. Фак ю. Просто там оставалось у чувака немножко. О! У меня смотри. О, блин, мощная пушка. Попал. Я бы смотрел сейчас. Чё, какого хрена? Блин, попробуй. Есть, попал. Блин, просто выносим. Просто, блин. Так, поехали. Чуть-чуть, я через ангар поехали. Я сейчас пойду там. Офигечек тут, слышь, что их так много, слушай. О, даже лапу глядят, чувак на танке выглядят. Сейчас. Подбомбим. Бэй. What the fuck? Бэй. Есть, попал. Вот. Вот чувак на танке. Окей, я, значит, сам к тебе приеду. Я еще... Просто Росик там тащит. Пошли чисто, смотри, чисто. Мы тащим. Нормально, кстати, какой. Я чувак не пробил, прикинь, лоу. Блин, тебе везет. Я тут снимаю хп, а ты их добиваешь. И что засчитывается тебе? Прикольно. Прикольно такая тактика, да? Ты сейчас чисто чувака. Лоу. Просто чувака валит там. Как ю? Я стрелял ему в гусеницу, он меня не попадал. Блин. Тебя что, сейчас убьют? Говори погромче, муж. Хорошо. Я вообще не могу, потому что я в каминой. О, нас стрелает против четверо. Иди мочи. А, ну у тебя 60 кп, да, это как бы. Ты такая статуя. Статуэток просто. Не говори, там у тебя какой-то статуэток. Давай еще, наверное, еще вот это двое, еще один, и, наверное, будем заканчивать. Да-да, мы же нормально так снимаем. О, давай чисто будем делать видео, там, например, сейчас, серию видео по World of Tanks, там, где мы прокачаемся. Чисто по одной ветке, не меняя. Давай, нет, мне, чувак. У него 131 хп и танк второго уровня. Я бы не советовал, чтобы он тебе ездил. Давай, ко мне. Ладно, давай, я приеду. Он тебя даже не увидел, лох. А нет, увидел. Не лох. Беру свой саланг. Бенч просто выносит Ростик. Бенч. Ростик, бенч. Давай, голов. Давай, попробуй. Вася. Я уже в гробку. Кутинцы! Чё, грохнул? Нет! Одного замочил, по крайней мере. Отупил! Капец, я просто не знаю, кто. Так тебе везет, потому что, смотри, другие игроки снимают хп, а ты убиваешь, и все эти очки тебе. Капец, красавчик, три раза. Все, давай, выходим. Это ж такой... Что? Ты Японию взял, вот. Я его буду искать. Так, давай я сейчас возьму ветку. Я сейчас возьму первого уровня американца, а ты кого? А, да, у меня Япония. Блин. Вот, давай вот чисто, знаешь, не менять танки, а вот чисто, когда мы будем снимать видео, чисто вот
одну ветку танков прокачивать. Ты вот выбрал Японию, я вот выбрал что-то, немцы, Германия. И давай я буду прокачивать Германию только в видео. А когда мы будем просто с тобой играть, то будем выбирать любой. Я же буду прокачивать тогда. Какой? Японию? Я же буду прокачивать. Японию? Нет. А что? Вот это ты, еще три. Видишь? Нет. Ну вот, они все на рисунке. Видишь? Да нет, я же сказала, только когда мы видео будем снимать, вот ты выбрал первого уровня Японию, да? Я выбрал первого уровня Германию, вроде бы это, да? И вот давай чисто, когда будем снимать видео, будем, называть, несколько частей по World of Tanks, там, где мы прокачиваем только эти танки. Ой, не только эти танки, а только эту ветку. Давай. Все, бой. А, у нас танки. Я за это. На телефон разряжу. Ставь на зарядку срочно. 2%. Давай, беги, Ростик, для видео еще один бой, беги. Давай, беги. Ты смотри, ты не хочешь прийти, что обойдешь. Гордый мальчик. Ольга, подожди меня, я сейчас. Подожди, мне тут надо, я хочу прокачать немножко. Я бомж. Да, я бомж. Ты снимал? Да, все, я уже это возобновил видео, все, готов. Бой. Капец, у Ростика телефон разрядился, дорогие друзья. А мы сейчас будем... А что, реально? Да. Ты серьезно? Да, даже просто стоял в зарядке. Капец. Так, ешь, ты как-нибудь отойду. Такой же у тебя на зарядке был. О, вот отличная позиция. Ай, окей, все, покинуть бой. Дорогие друзья, с вами был Турборост, Микс Фикс. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь.